Привет, ТВ-джемов. Я актриса мюзиклов Елена Черквяни. Сейчас у нас будет обзор закулисья мюзикла «Звуки музыки». Начнем с костюмов. Вот это вот мой костюм. Вот здесь костюмы наших чудных баронесс и Марии. У всех персонажей по 5-6 костюмов переодевания. Мне повезло, я не переодеваюсь в течение всего спектакля. Вот эти костюмы наших детишек. У нас их 36, 6 составов. Вот самое маленькое, посмотрите. Вот такие чудные платьишки. Кто бы мечтал вот о таких платьишках. Вот здесь гримерка наших чудных детишек. Детишки и наши актеры. Это костюмы, по-моему, фон Трапа. Открою секрет, что мужчины вначале тоже играют монашек, поэтому у них тоже есть женские костюмы монашек. Это наша доска почета. Кто провинился или что-нибудь у него произошло хорошее, вывешивает сюда. Это наша доска, расписание, выездной лист и кто играет целую неделю. Вот здесь вот висит как бы состава на все дни. Вывешивает только здесь, не на сайте, нигде, потому что чтобы люди, ну, как бы не знали. И приходили на любой состав. Вот эти свадебные костюмы просто чудесные. Когда выхожу Марию наряжать, и когда провожать ее в последний путь, я имею в виду к свадьбе, я все время думаю, почему у меня такого нет. Очень красивые, да, детишечки, вот такие как тортики. Посмотрите, какие красивые. Весь наш чудный костюмерный цех вот здесь, где наши любимые костюмеры. Вот это станки, где они нам подчиняют, и видите, сколько всяких-всяких мелочушек, как они здесь все разбираются. В общем, они как золушки сидят, и вот особенно это было на «Мамме Мии», сейчас это будет опять на «Мамме Мии». Это костюм очередной баронессы. Вот я все рассказываю, а жаба меня душит, потому что я так люблю, когда все блестит, все красиво, а у меня вот челма одна такая. Ну, это материалы, из которых там всякие штопают. Это сушильный шкаф, где сушатся костюмы. Вот. Когда они потеют, все это быстро очень сушится. Потому что когда у нас было красавица-чудовище, бедное чудовище, у нее толстые костюмы, это, в общем, просто мокрые выжимать. А когда двойники играли, в общем, только этим спасались. Это Катечка наша замечательная, она так чудно так вкрапляет, вживляет нам чип, этим микрофон. Это Саша, он сегодня играет фон Трапа, замечательный актер Саша Суханов. Вот это Леночка, вот это тоже начальник гримерного цеха, покажись. Вот видите, здесь очень много-много-много переодеваний, много париков. Вот такие чудные балы, тут совсем, видите, с животными, с какими-то каракатицами, в общем, очень красивые. Это мужская гримерочка. Никого нет, но, видите, почитает Есенина. Это солярий. Вот сейчас пока он не используется, а сейчас будет «Мамма Мия», мы опять будем загорать. Лампочки поменяли, так что будем опять черный и красивый. Это наш замечательный Ванечка, завхоз главный. Он меняет все краны, чинит все лампочки. На сцене будет репетиция степового номера. Но пока ее нет, мы сейчас походим по сцене. Вот это у нас оркестровая яма. Наш любимый оркестр. Строят специальные в сетке, чтобы актеры не падали. Потому что на «Мамме Мии» где-то в Германии актриса упала и сломала себе позвоночник. Сейчас они будут репетировать номер степа. Вот эти три человека. Видите? Входишь, это дом фон Трапа. Там поворачивается монастырь. Вот это мой стол. Старинные чернильницы, все это как вот мой стул, Библия у нас настоящая. И здесь сидит стейдж-менеджер, который ведет спектакль. На экранах со всех сторон сцена и монитор, чтобы мы видели дирижера. А вот еще интересное место. Вот здесь вот свинги, которые поют, подпевают за кулисами, помогают. Которые не работают в спектакле, но в это время поют. Потому что все у нас вживую, мы все поем, ничего не прописано, все поем сами.